представляю вашему вниманию стульчик Happy Baby. Чехол выкокожен, стеганый. Также имеется накладка для новорожденного. Стульчик меняет свое положение до полностью лежачего положения. И также в этот же момент можно отрегулировать подножку, чтобы было большое, шикарное лежачее место. Карин, отрегулируй, пожалуйста, сразу же подними подножку и давай опустим. Вот, идеально. Также несколько уровней положения столешницы. Столешницу сейчас переставлять тогда не будем. Она крепится вот здесь вот сбоку внизу. То есть можно ее снять и прикрепить, если она будет не нужна. Далее хотелось бы отметить, что стульчик имеет несколько положений. То есть можно его опустить ниже, столик снять. И, соответственно, допустим, приставить к своему обеденному столу, чтобы малыш вместе с вами кушал. Или наоборот, опустить по максимуму, чтобы уже чуть подросший ребенок мог сам забираться на стульчик. Также есть стопора, 4 стопора на каждом колесе. Для того, чтобы стульчик никуда не поехал, можно их зафиксировать на 4 колесах. Колеса резиновые. Вот такой вот стульчик сейчас есть у нас в наличии. Рыночная цена его сейчас порядка 9 тысяч рублей. У нас он стоит 4 тысячи рублей.